В стране выздоровели и выписаны из больниц 70 900 пациентов, которые перенесли коронавирус. Зафиксировано свыше 72 000 человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели без малого 1 544 000 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Республика Корея предоставит поддержку учреждениям социального обслуживания Беларуси для минимизации распространения коронавирусной инфекции. С предложением такой помощи обратилось иностранное посольство. Планируется предоставить нашей стране около 10 000 долларов. На эти деньги закупят оборудование, которое необходимо соцработникам.